Всем привет! Продолжаем рассматривать картины мастеров, художников. Христос, несущий крест. Мастер круга Джованни Беллини. 1505-1510 год. Дерево масла 49 на 38. Джованни Беллини происходил из семьи художников Якопо Беллини. Отцовское ремесло воспринял не только он, но и его брат Джентили. Между тем, даже в такой насыщенной живописцами среде, какую представляла собой Венеция второй половины 15-й, начала 16 века, семейство Беллини оказало большое влияние на развитие изобразительного искусства. Данную картину относит к кругу Джованни Беллини. Мастер, прожив около 90 лет, имел большое число учеников и последователей. На панели изображен Иисус, несущий на плече деревянный крест, на котором его позднее распнут. На кресте терновый венец, одетый римскими воинами во время поругания. Он, по их мнению, призван был заменить спасителю царскую корону. Терновый венок возложили ему на голову и насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский». Несение креста – один из эпизодов страстей Христовых, обычно называемый «крестный путь», что в целом подразумевает человеческую жизнь, наполненную страданиями. Их по христианским заповедям необходимо стойко переносить. Вот такое описание к работе «Христос, несущий крест», мастер круга Джованни Беллини, «Дерево масла» около 1510 года. Я нашел в интернете текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.